Ливерпулем, так же, как и Севилья, которая сегодня обыграла другую каталонскую команду Жирону 2-0. Поэтому сейчас три в каком-то сюрреалистическом матче, проигрывая 1-5 к середине второго тайма, в итоге игра сегодняшнего игрового дня и очередное театральное представление. Шансов не оставила в каталонском дерби Испаньолу. Посмотрим, что она в желтой форме сделает против команды. В дело Хасон делает передачу на Хосе Моралеса. Тот режет угол. И вот так на вираже пытался пойти с Барди. Главный тренер Пако Лопес и его девиз: неважно, сколько нам забьют, главное, чтобы мы забили на мяч боль. Угловую пропустил. И здесь отбиться сумела. Но атака Леванта продолжается. Все, поле закончилось. И мяч атаки к обороне. Хасон активно начинает. Леванте, Буатен бьет! Тона не успевает здесь Фермален. И вторичная. Гонсалес. Гонсалевич. Гонсалес. Арбитр, так скажем, на Копа Америка, который проходил как раз на родине Артура Видаля. Месси подает. И удар головой. И центральных защитника. Это что-то уникальное, это что-то необычное. Месси. Передача на Жорди Альбу. Здесь Видали связаны линии. Так получается 3-5-2. Скорее сегодня расстановка. Назначен. Подача. Барселона от угловой отметки. Пике пролетает мимо мяча. Хасон играет. Шлейфом шел от Артура Видаля. И альпинистской работе, и к управлению клубом. Ракитич. Суарес. Красиво. Барселона никого зимой на позицию центрального защитника подписывать не будет. Месси бьет мяч за руку, которую он недавно сломал. Вот. Моралес. Тонио. Ох, Дембеле. Между собой, но это будет уже в 2019 году. И первая игра здесь пройдет. Ну, а вот так располагается Леванте. Те же самые 5-3-2. Да, вот так вот выглядит из прошлого сезона вторую. Но Пике молодец, правильно, да, вкладывает, инвестирует средства, заработанные в клубе. Это не то, что Усман Дембеле, да? 27 забитых мячей Леванте забил именно в первом тайме. Команда любит. Молодец. Суарес, Месси. И вот его знаменитый полузащитник. Подходит к мячу. Подача Бен Рачина. Моралес. Передача низа. Буатенг. И до этого обыграл Жирон. Коллектив Дениса нет. Хасон атаку поддерживает. Хасон. Передача. И как нырнул! В игре с Пари Сен-Жермен забил прекрасный гол в начале заработок желтых карточек. И ничья 0-0 пока в игре Леванты и Барселоны. Ошибается. В центр на Артура Видаля. Месси на коротке снова с Альбой. Посмотрите. Концентрация. Буатен. Моралес. Команданте. Ибо в прошлом туре. Испанском. Свой самолет 15 миллионов. Лионель Месси пошел на взлет. Еще один круг. Будет отскакивать кто-то и закрывать угол. На одной линии расположился Суарес соперником. Удар и на месте. Здесь он наоборот подсказывает футболистам. Поджимайте, поджимайте. Мы видим к чему. Такой забег, удар. В голову попадает Рубен Райш. Компания. Тонио Гарсия. Уходит от Дембеле и успевает. Дальний удар будет. Рубен Рачин. Нет. Передача. Узенькими дорожками. Месси. Месси. Не дают ему опять пробить. Но Месси делает передачу и гол. Гол! Не, ну он гений. Ну просто гений. Смотрите, и вроде бы потерял возможность сам пробить Лионель Месси. Молодец арбитр, что игру не остановил. Там был фол, но с мячом осталась Барселона. Ну и как же вырезал Месси на Луиса Суареса. Похожий момент был в игре с Испаньолом. Помните?
Там не попал в штангу Суарес. Ну а здесь постига, вот здесь накрывают. И Месси увидел эту зону, увидел, что абсолютно на бреющем полете. Рачина. Сваливается ли он своего друга Лионеля Месси, но отдает передачу все-таки на Дембеле. А Дембеле, по-моему, все-таки не... Мяч попадает в грудь Энесу Барди. Ракитич, дальний удар. Суарес, а вот сейчас Месси может делать 2-0. Месси 2-0. Он такие не прощает. 2-0. Это было красиво, это было круто, это было убийственно просто. Но при этом элегантно, красиво. И Месси этим голом выходит в лидеры списка бомбардиров. Гол голевая в первом тайме. И этот парень занял 5-е место, да? Вы говорите, в списке номинантов на золотой мяч. Бускетс мяч перехватил. Смотрите, Месси. Раз, два, три, четвертого убрал. Суаресу положил просто, ну, как брату. И 12-й. Меня зовут по-прежнему Константин Генич. За эти 15 минут в перерыве ничего не изменилось. И нужно впереди. И небольшое преимущество численное у Барселоны здесь в атаке. Альба. Месси. 3-0 надо делать. Да, пожалуйста, 3-0. 3-0. Все. Пишите письма. До свидания. Вот это тот самый контрольный выстрел в голову, который делает Барселона. На этом стадионе, когда Барселона проиграла 5-4, она умудрилась за 12 минут пропустить 3 мяча. Это было в конце прошлого чемпионата. Здесь в начале второго тайма Месси забивает 13-й гол в чемпионате и передает большой привет всем недоброжелателям и тем, кто думает, что он не иной маскот. Почему-то синяя лягушка. Ну и Месси. Пошло это все еще с Верн. Энес Барди. 4 удара у Барселоны в этом матче. Створ ворот и 3 желтую карточку снимет с игры Эрнесто Вальверде. В следующем туре. Однако Артур Мело. Бразилец выходит. Хорват. Пике теперь центральный-центральный. Чуть левее в Англии. Нарушил правила. Барди неплохо раскачал Артура Видали. Отличная передача. Тонио Гарсия. Прострел. Момент. Пике принимает мяча. У Барселоны даже нет стенки. Смотрите, Тер Штеген сказал, никого не ставьте. Я его не боюсь. Ну, правильно. Ракитич врезался и в чужого, и в своего. Досталось опять Артуру. Суарес. Ай, красавчик. Ай, какая умница. Боже мой, какая передача. Да что вы делаете? Слышите, ребят, я аплодирую. Причем вы этого не видите, но я даже встал со своего места поаплодировать и Луису Суаресу. Это хитрик Лионеля Месси. И то, как Артура Видаль не пожадничал. Ну, это песня. Хороша, начиная сначала. Лионель Месси делает хитрик. После того, как Суарес здесь в дураках оставил Кабаку, причем своего соотечественника уругвайца, внешний вырезал на Артура Видаля, а тот на Месси вот так юбилейным 30-м пропущенным, если Барселона забьет. Месси. Тоже будет интересно посмотреть за оценками сегодняшнего матча. Мне казалось, что Месси был сейчас поле покинул, против, чтобы ему оказали там помощь. Леванда атакует, Тонио Гарсия, передача низом. Править не вышло. 10-й юбилейный угловой. Опять компания. Опять подача Тер Штеген. Давно Леванта обыгрывала со счетом 5-0. Это было в 2014. Удар здесь. И Месси пошел свою ошибку исправлять. 10-й бежит за 10-й. Вороная Энес Барди. Королевская. Ох, видали, как, а? Сейчас компания пытался подножку поставить, но он не выбил, он сделал классную передачу на Дембеле. 23 736 зрителей на сегодняшней игре. Я думаю, что в симуляторе он получше исполняет подобные передачи. Суарес, подача. Компания Барди.
я думаю, что полный расчет будет. Суарес убежит один на один. Нет, положение игры. И будет удар. Кутиньо выше ворот. Вот она, излюбленная его позиция, когда Кутиньо ушел, ушел. Дальше на Месси. Пике, как разыграли. Мама мия. Можно заканчивать все. Это уже не футбол, это уже такое форменное издевательство. Жерар Пике Бернабеу забивает пятый мяч. И посмотрите, откуда он стартанул. Причем вот здесь получил...